Нет, ну это вообще. Папа Шерлоку дом построил на улице, а мне что? Я тоже хочу себе дом, только на дереве. О, как раз, вроде бы ничем не занимается. Пап! Это, ты что сзади-то подкрадываешься? Это... Чуть... Не наделал делов. У меня к тебе дело. Помнишь, ты обещал мне построить домик на дереве? Нет, месяц назад. Папа, ну ты должен помнить, ты мне обещал. Дерево загибается, видишь, с листьями что-то. Я не помню ничего. Смотри, вот надо что-то делать, надо дуб лечить. Ты месяц назад мне обещал построить домик на дереве. Папа, ну давай, когда построим? Арсений, какой домик на дереве? Вот на этом дубе можно будет только через 10 лет строить, а вообще глобально месяц лета остался. Где? Его полгода строить? Зимой, что ли, жить в нем будешь, а? Ну, че ты прицепился? Ну ты, папа, ну посмотри, это же совсем несправедливо. У Софии есть собственный домик. Даже у Шерлока есть собственный домик. Да себе беседку отбахал. А мне что? Давай мне домик построим тоже. Ну иди в беседке живи, ну давай так. Не в беседке хочу, хотя бы в поход хочу, с палатками. Ты ж не отстанешь от меня, да? Уже заладил, дядя, заладил. И вот выходной взял сегодня, да? Ну вот и отличненько, раз выходной, пойдем в поход. Зная тебя, мы пойдем в поход, расставим палатки, тебя комары 5 раз укусят, и ты скажешь, я хочу домой, а я кормить комаров не собираюсь, понимаешь, у меня аллергия, потом неделю красный весь. Спрей возьмем, папа. Нет, комаров. Я тебе предлагаю альтернативный вариант, давай, раз на то пошло, проверим, выдержишь ты сутки. Вот здесь, поставим сейчас, а кому что достанется с тобой, решит жеребий. Кому какая палатка, кому какой спальник. А, да, у нас есть двухспальная кровать. Ой, палатка, да, давай. Выдержишь 24 часа, значит, пойдем в настоящий поход. И домик построишь. Сначала поход. Хорошо. Пап, я договорился с мамой. Она нам даст 2 свечки разных цветов. Одна черная, другая фиолетовая. Фиолетовый цвет, это ты получаешь предмет, чё... Коричневый это не получаешь. И что у нас на кону? Двухспальная палатка. Мне ее полдня ставить только надо, я даже не хочу ее. А я хочу, я смогу ее поставить. Ты ее ставить полдня будешь, я ее полдня ставлю, а ты будешь день ставить. Да неправда, я меньше часа буду ее ставить. Слушай, так зачем тогда так тянуть что-то, если ты ее хочешь, а мне и маленькая устроит? Давай сразу бери ее себе и все. О! Отлично. Ну, давай мне маленькую. Я согласен. Оп. На. Нёрфовская. Отлично. Ну, давай на спальный мешок тогда. Вот это надо уже дать. А, даже 2. Насухи. То есть, кому-то 2, альтернатива. Нет, давай кому-то спальник, а кому-то стул. О, да, вон стул, можно. Так, а кто тянет? Кто тянет? Я тебе уступил, значит, сейчас я тебе. Ладно. Так, если я побеждаю, то я 2 спальника забираю, да? Да. А если... Так, какой вот этот? Блин! 2 спальника моих. Ну ладно, поставишь, у тебя будет высокая палатка, будешь на стуле сидеть. Ну или со мной на что-нибудь поменяешься. Вот так. Короче. Я увидел еще кое-что есть. Давай, что там? Термос. Ха, термос. Термос будет полон супа. Давай так, хорошо. Мама, покушать. Кому термос достанется? Сейчас ты тянешь. Давай. Оп. Да! Ладно. У тебя я, знаешь, еще что предлагаю? Будет... Обычно ж на пикниках что делают? Жарят что-то на костре. Да. Значит, раз мы дома, ну, предположим, что вот наша гриль – это костер. Да. И победитель сможет приготовить 4 бургера. О! Давай, я сейчас тяну. Давай. Закрой глаза, а то ты не можешь вижу, увидеть. Не вижу. Бери вот эту. Я думаю, ты проиграешь. А я возьму и послушаю тебя, понимаешь, чтобы тебе неповадно было. Нет, блин! Бургеры я буду готовить. Отлично. Подсказал, значит. Так, смотри. Давай, спрей от комаров у кого будет. Вытаскиваем. Твоя очередь. Тяни. Да, папу закусают. Или обменяю на бургер. Ну что, ладно, давай последнее. Я вот вытяну, я не знаю, где, что, чего.
У нас еще 5-литровый бутыль воды. У кого он будет? О, ну давай. Так, так, так. Папа, у меня. Не понял. Все. Погнали. Ну ладно. Я спрей поменяю на водичку и на бургер. Та-да-да-да-да-да-дам. Там. Так. И стульчик надо еще потом взять. Я буду тут. Арсень, смотри, чтобы муравьев под тобой не было. А то закусают. А муравейник рядом с тобой. Вуаля. Оп. Оп. А что, у тебя так легко? Арсений, Арсений, а ты думал, для чего я ее взял? Колышки верни. Заметил. Давай. Иди занимайся своим градостроительством. У тебя там не палатка, у тебя там крепость. Вот именно крепость, а ты будешь жить в землянке. Арсений, сегодня ночью плюс 24. И зачем тебе спальник? О, капец, что это за махина? Колышки. Капец. Пап, смотри. Кайфуй, сын. Пап, ты что, инструкцию потерял? Мне инструкция не нужна, я знаю, как эту палатку ставить. Блин, папа. Так, это одна комната. Это вторая комната. Что-то я с папой так легко согласился на эту палатку. Капец. Папа! О, смотри, проветривается. Арсений! Вуаля! А я тебе ночью буду открывать это окно, чтобы комары тебя покусали. Не, Арсений, не прокатит. Смотри, папа, вот. Так. Оно насквозь открывается. Так я что-то не понял, тут у меня, если дождик вдруг пойдет, промокнешь. То меня слегка зальет, да? Да не слегка. Смотри, нормально, папа. Мы вот так сделаем. Опа. А так ты что сделаешь? Я тебя комаров позапускаю ночью. А спрей у нас у кого? У тебя, да? Да. Ну ладно, ничего, все, мы что-то решим. Работай, студент. А я уже в походе, отдыхаю. Опа. Блин, что-то с размерчиком не угадал. Хотя по диагонали влажу, отлично. Ой, красота, Арсений. А ты не боишься, что тебя унесет? Не-а. Еле выбрался. Надо к папе за помощью идти. Пап, пап, помоги, пожалуйста, ее собрать. Я уже ее полчаса пытаюсь собрать, а я тебе спрей от комаров дам. Торговаться пришел, да? Что ты там сделал? Ты ничего не сделал, Арсений, ё-моё. Ладно, в походе, знаешь что, самое главное, чтобы все друг другу помогали. Придется и тебе помогать. Ух, папа, если бы не ты, наконец-то час собирали. А так я бы один собирал 2 дня. Сначала понимал один день, как собрать. А второй уже собирал. Понял? Теперь, почему я не люблю походы? Потому что вы сами ничего еще не умеете делать. О,
плохо, я тебе свой спутник сейчас увижу. Все, я пошел отдохнуть чуть-чуть в свою палатку. Ой. Ой, как хорошо. О, идеально входит. И пойду за термосом, чтобы мне налили компотика. Кстати, Арсений, эти окошки просто офигенны для проветривания, когда такая жаркая погода. Супер! Я уже компотик, папа, взял, а у меня все ништяк проветривается. Там на окнах москитные сетки. Блин, точно, телефон же не взял. Папа, чем мы будем заниматься? Скучно как-то 24 часа. У меня даже телефона нету. Арсений? А, Арсений, в смысле скучно? Ты ж хотел поход. Я в другое окно надо смотреть, чтобы меня видеть. А? Поход. В ну? Походе? Если б ты в лесу, иди грибы собирай, ягоды собирай, ищи. Скучно Пап, тебе? Ты ж хотел в поход. Может, телефон еще разыграем? Пожалуйста. А телефоны обычные, Арсений, в лесу не тянут. Ну так интернет не тянет, а игры без интернета будут тянуть. Блин, мне тоже скучновато. Ладно, давай разыграем. Не вопрос. Пап, только давай твой разыграем, а то я свой забыл на зарядку поставить. У меня 5%. Ладно, мама, придумай нам челлендж любой, какой хочешь. Мы сейчас с Арсением телефон разыграем. Мой, как ни странно. Мама нам с тобой уже сделала. Типа боулинг? Кегельбан тут из подручных пустых коробок, а может не пустых, не знаю. Короче, вот, от начала твоей палатки. Входа? От входа. Кидаем, каждый по три попытки. Давай на шпаку первый. Вот. Подожди. Если ты за одну попытку сбил все шесть. Страйк. Значит, страйк ты еще раз кидаешь. Ох. Вот. Так что, понял? Да, давай. У кого больше после трех попыток больше баллов, тот и побеждает. Чифи-фоп. Так сначала ножницы должны быть, ты всегда говоришь. А ты не уговариваешь. Давай. Чифи-фоп, блин, папа первый. А как кидать? Можно вот так кидать? Как в гандболе. Как в гандболе? Да. А ты в кегельбаде так мяч поднимешь и кинешь, как в гандболе? Ну так у нас... Короче, пробуй как хочешь, а я буду катать. Я первый. Давай, Арсений, мой телефон, кстати, где он? Ладно. Вон, лежит. Ой-ой-ой. Блин. Три попытки. У меня всего лишь один балл. Так. Нет, ты ее пока не ставишь. А-а-а. Что-то мы так как-то далековато, не все? Да не, нормально. Нет! Страйк! Так нет, ты же одну выбил. Чего? Это вот вторая. Ставь новые. Это не страйк. Что значит не страйк? Страйк это с первого раза. Ё-моё! Это что, у меня одна попытка осталась? Да. Давай, Арсений. Капец. Ладно, надо сейчас хорошо прицелиться и все сделать за один раз. Я правый как-то кинуть один раз. Ладно, у меня 6 баллов есть. Еще одна попытка. О, сама упала. Иди поправь. Она знает, что надо всем упасть сразу просто. Так. Что, не стоит, Арсений? Жаль. Нет, ее дальше не ставь. Все. О, отлично. Так. Мама, блин, вообще капец! Фу! 6 баллов! Да. Давай, у тебя тоже есть 3 попытки, чтоб все 3 мимо были, Арсений. Я без телефона в этой палатке там не знаю, что делать буду. Давай, папа. Нет! Молодец, баскетболист! На! Оно скакивает. 0! А-а-а, телефон у меня. Сейчас телефон я, может, выплю страйк. Давай.
Ну что, последнее. Стопэ, куда что это? Мама, я две бил. Куда это вы ему подыгрываете? Не фигули. Давай. Два, одна сама упала, 6-1, я победил. Блин! Нет, телефон достается мне. Ха, Арсений, вот так надо было. Опа! Да ты правда, тебе просто повезло. Ну ладно, я в своей палаточке с телефончиком полежу. Ну ты будешь... Пошел за телефоном. Ты будешь хотеть пить, а у меня есть компотик. Ох, жарень. Жаль, конечно, то, что телефон у папы. Вкусненький. Эй, Арс, как там мама, вкусный компот сварила, а? Может, поделишься? А то я уже полбутылки воды выпил, мне уже вода не лезет. В смысле поделимся? Нет, это мое. Я выиграл свой компот и палатку. Спрей от комаров. Ну, ладно, хорошо. Буду расстелю сейчас. О, как спальничек идеально подходит-то для моей палаточки. О, вторым накрыться можно будет. Песня. Зачем тебе накрываться? Жарко же. Лучше дай-ка мне спальник, а то в мои две комнаты заглядываешь, они пустые. В смысле? Тебе спальник просто так? Ты мне еще долг не отдал. Я тебе палатку поставил. Ты мне спрей обещал. Ладно, приходи, сейчас отдам долг. Ладно, иду, а то уже тут мухи какие-то летают, скоро и комары появятся. О, давай. Слог начинай. Все. В смысле все? Арсений, это что такое? Давай меня всего запшикивай от комаров. Мы с тобой не договаривали, что я тебя всего побрызгаю. Мы с тобой договорились, что я... Себя пшикнешь спреем. А сколько раз? Ну ладно. Ну вообще могу запшикать всего, если ты мне спальник дашь. Фиг тебе. Где ты там мне пшикнул? Надеюсь, хватит. Вот тебе, а не спальник. Понял? Вот жадина. Как же это у папы спальник будет торговать? И пить надоело, сидеть скучно. Ладно, пойду в свою комнату полежу. Вот. Ах, это более чистенькая. Москитная сеточка, чтобы мухи ко мне не залетали. А папу там покусают, будут мешать. Как тебе там, пап? Ладно, дневной сон, время быстренько пролетит. А потом уже папа будет жарить бургеры. И там я на флакон этого спрея выменю на два бургера. О, ничего себе, уже солнце садится. Не думаю, что-то есть уже так хочется, а? Лежебока, я сейчас бургеры пойду жарить, а тебе не дам. У меня аж целых 4 штуки. Что? Бургеры жарить? Не поделишься. Я думаю, ты поделишься за спрей. Подожди меня, пап! Слушай, бургера хочешь, да? Да. Ну, я могу с тобой на челлендж согласиться, только если компота дашь попить. А выиграешь в челлендж или нет, это уже другой вопрос. О, хорошо, на. О, давай, компотик. О, это не вода, это кайф. Папа, мне оставь. Так, ладно, на челлендж я с тобой согласился. Ставлю 2 бургера, что взамен предложишь? Ой, ну то, что мне не надо, у меня москитная сетка везде есть, спрей от комаров. Да? Да. Согласен.
Ну, знаешь, во что давай сыграем? Во что? Давай, кто первый раз три раза в баскетбольное кольцо попадет. Так ты ж проиграешь! Ты ж вообще косой! Согласен. Погнали. Отлично, пап, давай. Кто первый кидает? Ты проигравший в прошлом челлендже. Начинай. О. Давай вот с вот этого вот квадратика. О. Вот сначала на этой тропинке. Давай. Блин, промазал. Ладно, первый блин колом. А сколько раз кидаем? Пять? До первых трех попаданий по очереди. А, хорошо. Отлично. А что такое, мяч не лезет, а в кольцо, а? Ё-моё, чистого загнал, да? Ладно. Ты ведешь 1-0, давай, Арсений. Есть шанс вырваться вперед. 2-0. Что такое, я не понял. Что-то мои бургеры уходят, еще и спрея мне не достанется. Ты ёхтанный. Два-один, Арсений, 2-1. Отлично, отлично, Арсений. Не попадешь. Да! Так уже быть, папа. Я тебе два бургера должен приготовить, еще при этом мне спрея даже не досталось. Поделюсь, попшикаю. Сам предложил. Пошел я начинать бургеры готовить. А я пойду компотика попью, полежу. Позовешь. Как же скучно, папа там бургеры жарит. Еще минут 20, наверное. Шерлок, иди ко мне. Может, хоть с Шерлоком поиграюсь, развлекусь хоть как-то. Я не думал, что в походе так скучно будет. Шерлок, иди ко мне. Шерлок, привет. Давай с тобой поиграем. Давай, лови. Принести не можешь. Шерлок, ты куда побежал? Ладно, Шерлок, не хочешь со мной играть? Вот пойду и дальше в своей палатке сидеть. А я думал тебе бургер дать, который папа пожарит. Ну ладно. О, Шерлок, ты к папе в будку пошел, да? Сиди там. Я тебя сейчас закрою. Папе сюрприз будет. Ты как выбрался? А ты еще и убегаешь. Эх, чем бы себя развлечь, даже не знаю. О, бутылку покидаю на Battle Sleep. Папа маловато выпил. Даже бутылка не становится. Что делать такое? Пап! Пап, мне скучно! Ты ж сам хотел в поход. Или может, Арсений, отменяем уже все, а? Вот да, пап, отменяем! А то уже совсем надоело, скукота, так еще и ты телефон выиграл. Хоть в телефон пойду поиграю. Не-не-не-не-не-не-не, куда пошел? Назад, никто ничего не отменяет. Надо, чтобы ты прочувствовал все. Тоже мне, сдался уже сразу. Еще даже комары не вылезли. Ладно, сам напросился. Так, пригорели чуть-чуть, ну ладно, ничего. Готовы твои бургеры, не ной там, не суже. О, уже комары. Ох, моя еда. Может, погорели? Это для пищеварения лучше? Не,
сильнее. Блин. Ладно. Вот спрей, папа. Давай, хомяч бургеры. Да будем ко сну готовиться. Эх, сейчас покушаю. Шер, ты тоже хочешь? Но тебе нельзя. Блин, что-то комары кусаются. Пойду закроюсь. А ты, Шер, у меня съест еду и комары покусают. Как вкусненько. Пап, зачетно приготовил. Очень вкусно. Шер, так отстань. Я тебе не дам бургер. Я почти весь день не ел. Я сам не наемся. Да, бургер неплохой. У меня получился, Арсений. Тут пришлось с тобой поделиться. Так бы сам кайфовал, сынок. 4 бургера было бы. Комары появились. Хорошо, хоть спрей выторгнул. Надо прятаться уже. Да, блин. Арс, ну чё там, а? Папа, холодно очень. Дай, пожалуйста, спальник. А не, ну я думал, тоже жарко так, как бы я им потом вторым сам накрою, Арсений. Не-не-не. Папа, ну дай, пожалуйста. Не-не, сына, не прокатит. Надо москитную сетку закрыть, а то уже комаров позалетало. Ну, Арсень, я тут новости лежу, читаю. Комары не летят, твой спрей действует. Дашь, пожалуйста, спальник, иначе я тебе ночью открою окно. Да не, Арсень, мне хорошо, нормально. У меня даже вот тут открыто это, выход на улицу, и комары не летят прямо. О, видишь, я ногу высовываю. Хе, хоть бы кто. Песня. Пап, может это, пойдем домой? Вон, там тепленько, наверное. Не, Арсень, спим. Ты ж хотел в поход, ты ж все там... Домик на дереве хотел, а там комаров, слушай, будет это, толпы летать. Пап, ну пожалуйста. Арсень, ты можешь, конечно, идти в дом, но при этом забыть про домик на дереве. Ну и со своим походом отстань от меня, хорошо? Ой, хорошо, я пошел. Все, сдался? Холодно. Слабачок ты. Ребята, ну что, все, я думаю, на ближайшее время отцепится от меня. А вы были на канале Брошоу, обязательно лайкусик. Напишите в комментах, вы ходили в поход? Как у вас, положительные воспоминания, отрицательные? Какой опыт получили? Всем пока-пока. Я пойду, наверное, вообще в баню погреюсь.